Российская медицина не должна зависеть от ввозимых из-за границы лекарств. Представители социальной платформы «Единая Россия» обсудили вопросы импортозамещения в сфере здравоохранения. Открывая заседание, Сергей Железняк заявил о необходимости развития производства отечественных препаратов. По мнению парламентария, также не нужно забывать, что болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить. Поэтому нужно заниматься профилактикой заболеваний и в то же время ускорить внедрение новых технологий для изготовления современных лекарств. Как отметила соруководитель партпроекта «Качество жизни и здоровья» Салия Мурзабаева, отечественная медицина не стоит на месте и как никогда нуждается в инновациях, которые снизят зависимость от импорта. Сейчас два направления в рамках партпроекта мы тоже начали курировать. Это вопросы оказания реабилитационной помощи населению и вопросы оказания паллиативной помощи. И здесь тоже, безусловно, необходимы новые разработки. И мы для себя определим наши подходы в плане внедрения новых технологий вот в конкретном направлении по совершенствованию реабилитационной помощи населению Российской Федерации.